Жители сербского города Ниш митинговали против сближения с НАТО. 4000 человек прошли по центральным улицам с лозунгами за отмену соглашений с Североатлантическим альянсом. Сербы против партнерства с военными, которые в 90-е годы бомбили Белград. Решить вопрос о сотрудничестве предлагают на референдуме. Первые требования о его проведении появились еще в конце февраля, когда президент Томислав Николач подписал соглашение с альянсом. Документ предусматривает свободу передвижения и наделяет дипломатическим иммунитетом всех представителей НАТО на территории Сербии. Противники сближения планируют обжаловать соглашение в Конституционном суде страны.